Первый день зимы в Сарове выдался по-настоящему морозным и сказочным. Этот день самые юные лыжники отметили соревнования. Воспитанники спортивной школы Олимпийского резерва «Атом» присоединились ко всероссийской акции «Спортивная зима», посвященной открытию зимнего спортивного сезона 2022-2023 годов. Мне нравятся лыжи, и от лыж мы становимся сильнее. Я умею уже кататься на коньках. Мы ездим по большому кругу. Они очень сложные. Хочу научиться быстро ездить на лыжах. Это очень необычный вид спорта. Я сама захотела на него. Очень мне понравилось. Я решила дальше продолжать. Мы катаемся по восьмерочке, по двойке. Иногда, надеюсь, скоро на тройку пустят. Я пришел первый раз на лыжи, и там я мог упасть, там всякое такое. Ну, со временем все получится всегда у всех. Ребята получили заряд бодрости и позитива. На финише участников массового лыжного забега также ждал маленький сюрприз. Им вручили открытки с автографами олимпийских чемпионов. Зимний сезон на лыжной базе планируют открыть 18 декабря. По праздникам и соревнованиям сезон обещает быть насыщенным. Планов всегда очень много. Сезон, как обычно, насыщенный. Очень большое количество соревнований, спортивных мероприятий. В январе это чемпионаты первенства Нижегородской области по лыжным гонкам. Кроме этого, наше традиционное мероприятие – это День снега. В феврале также и Лыжня России, и Мемориал Музрукова. И также будем проводить здесь первенство области. Все трассы лыжной базы готовы и ждут горожан, которые любят проводить свой досуг с пользой для здоровья. Здесь есть и оборудованная зона для катания на ледянках и сноутюбингах. Анна Пилипец, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.